Здравствуйте, мои дорогие. Я вам покажу еще немножко солнце, как оно красиво меняется, как оно ложится постепенно. Я уже без очков, то есть солнечный свет меня не палит глаз, и очки солнечные я снял. Под эту прекрасную музыку. Счастья вам, удачи. Это была последняя песенка на сегодня. Дальше мы продолжим. Это будут уроки веденческой литературы. Именно того, что доктор переписал для души, для разумения, неразумности, нашей глупости и прочей гадости, заразы вон извне. Лишившись мы ее, становимся чище. И становится легче жить вдвойне. Поэтому счастья вам огромнейшего. Пусть под вами движутся камни. И вы можете творить чудеса. Вот что и происходит в данный момент. И любви вам, и благополучия. Пока-пока.